Всем привет! Сегодня поговорим о том, как разделить уже имеющуюся у нас геометрию. Предположим, у меня есть сцене куб, который подразделен несколько раз. И, допустим, я хочу отделить какую-то его часть. Для этого я могу использовать функцию RIP. Например, я выбираю вот эту вершину, нажимаю клавишу V, которая вызывает функцию RIP, и отодвигаю в вершину. Так мы разделяем одну вершину на две. Также я могу выбрать вот эту вершину, где осталось присоединено два фейса, нажать снова V, и отделить еще одну. Также я могу сделать и с этой вершины. Нажимаю V, отделяю ее. Я отменю. Точно так же это работает с ребрами. Выбираю какое-то ребро, нажимаю V, отделяю его. Выбираю другое ребро, нажимаю V, отделяю его. Но эта функция не работает с фейсами. Допустим, я выберу вот этот фейс, нажимаю V. У нас Blender выдает ошибку, что не удалось разорвать выделенные грани. В таком случае можно пойти немного другим путем выбираю те фейсы, которые я хочу отделить, нажимаю Alt M и выбираю Selection. Так я отделю наш выделенный фрагмент в отдельную часть. Нажимаю G и перемещаю его. Теперь эта часть у нас отдельная. Отменю. Также функция Split, которая вызывается по сочетанию клавиш Alt M, полезна в случае, когда я хочу разделить вершину. Допустим, я хочу вот эту вершину разделить так, чтобы для каждого из фейсов она была своей. Если я буду пользоваться функцией RIP, то мне придется делать это несколько раз. Нажимаю V, отделяю одну вершину, выбираю эту, нажимаю V, отделяю вторую вершину. Чтобы сделать это немного быстрее, я отменю. Выбираю вершину, которая у нас здесь сейчас одна. Нажимаю Alt-M и выбираю Faces and Edge by Vertex. Эта функция у нас отделит все фейсы, которые присоединены к данной вершине, по вершине которой они соприкасаются. Теперь, если я ну, выберу эту вершину, нажимаю G, вот у нас одна вершина, выбираю эту, нажимаю G, вот у нас вторая вершина. То есть все три фейса у нас отделились по этой вершине. Функция же Face by Edge работает примерно так же, как и RIP. Только она работает также и для фейсов. Я нажимаю Alt-M, выбираю Face by Edge, Теперь, если я снова выберу этот фейс, нажимаю G, у нас этот фейс будет отделен от всего объекта. С этими функциями нужно быть немного аккуратнее. Потому что, например, сейчас я отменю все. Посмотрим. Здесь у нас сейчас одна вершина. Я нажимаю Alt-M. Выбираю Face and Edge by Vertex. Сейчас у меня в этом месте три вершины. Если я об этом забуду, буду работать дальше с геометрией, то впоследствии это может вызвать некоторые проблемы например, я сдвигаю вот эту вершину, а здесь у меня получается разрыв геометрии. Я могу попробовать соединить вершины, выбираю их, нажимаю M at last, но у меня остается еще одна вершина, и мне придется снова соединять их вручную. Также могут быть проблемы с какими-то модификаторами, проблемы с шейдингом, поэтому за данной функцией нужно следить внимательнее. Надеюсь, кому-то это было полезным, а пока что на сегодня все.